если вам видно, думал, костыль стоит, прикиньте, уголь. Сейчас у нас угли есть. Ничего себе, какой он длинный. Эти маленькие, угорек, уголь. Ни хрена себе, вот это да. Блин, с очка-то не это посмотреть. Руками точно не поймать. Берег пришел. Ничего себе. Тут у него морда. Какой. Мутиляга пошла. Ни хрена себе. Как бы его поймать-то? Сычка нету. О, ушел. Пошел. Угорь. Вот это да. Такой сантиметр вон пошел, полез. Спрятался. Сантиметров такой 15 длиной. Морда длинная. Вот это да. Че так у нас свирей нету? Охренеть. Здравствуйте! Решил на даче порыбачить на фидер. Под лещики никого нет по берегу. Поставил, что-то грызет сразу. Ёж, наверное. На червя. Сейчас вторую на парыша поставлю. Фидер второй. Вода большая. Сюда поклевал и все. Посмотрим, если подлещик нет. Говорят, что вроде как не берет. Червя, пришли внимание, на пару сейчас пошло по стягушке. Я, может, плотва. Ребятушки, стемнело, камера не видит. Одного пустил мелкого, а одного тащил чуть-чуть. Но мелочи, и вот один. Вот все-таки вы, вон такой полкило. И хорошенький. Правда, две донки зацепил. Вторую тоже. Первый есть, красавец. Эх, хорошо. Жирный, толстый. Ловить дальше. Поклевало хорошо. Он еще одного поймал. Чуть поменьше. Сейчас пока подзаглохло. И к белой ночи. Здесь справа на опарыша. Слева на пачку червей. Иши перестали клевать. В берег приплыли. Той тоже сидит. Какой хороший. Ух ты. Килограммчик. Ух ты. Хорошенький. Вот это да. Опа. Красавец. Третий, наверное, на той тоже сидит. Надо проверять. Упирает. Расцветать начало. Ух ты, ничего себе. Ох, хорошо идет. Ого, вот это волны. Ты красавец. Тихо, мальчик. Куда? Чего все шальные такие? Себе. Оторвал что-то. Я не оторвал. Еще один килограммчик. Ну нормально идет под рассвет. Хороший.
часа уже и рассвело. Почти. Сейчас, наверное, уже ерши начнут клевать. Да, парыша наставить. Вместо червя.